Бегущие сандалии – так называется легкоатлетический забег для самых маленьких уральцев. В этом году он прошел уже в четвертый раз и объединил более 150 участников. Самые маленькие участники забега – дети 3-4 лет, бежали 100-метровку. Малыши на год старше – 200 метров. Но кому было 6-7 лет, преодолевали целый круг стадиона – 400 метров. Самых маленьких на протяжении всей дистанции поддерживали родители, держа за руку или просто бежав рядом. На финише каждый маленький бегун получил памятную медаль. Мы за актив, за спорт, за жизнь, за движение, за солнце надураем. И вот этот ребенок, смотрите, как он счастлив. Это сегодняшний день будет просто наш. Я быстро бегаю. Молодец, я тобой горжусь. В первую очередь, это приобщение к здоровому образу жизни. Это времяпрепровождение с родителями. Это просто вывести хотя бы деток из дома, оторвать их от интернета, показать, что лето, солнышко, здорово, прекрасно приходить на стадион и даже побегать в свое удовольствие.